2 травня в Одесі несуть квіти, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Зранку на Куликовому полі зібралося приблизно 150 людей, але настрої тут полярні. Зокрема, не стихають словесні перепалки та лунають заборонені гасла. Уйдіть відсюди, Володя. Уходіть. Ні, уходіть відсюди. 4 года назад произошла страшная трагедия, где были сожжены и погибли одесситы. Живьем. Рубили, творили, тут был ужас. Самое страшное, что в этот день разрешено факельное шествие радикалов и националистов. Отметить марш победы. Над чем? Над человеческими жизнями? Тут войны не было. Здесь мир был. Да, были не согласны, да, договаривались, но убили. А теперь будем маршировать на костях. Понаехало очень много бандеровцев, нациков. Мы в оккупации. Все верно. Вот они думают, что они нас победили. И нас в загончике, красные флажки нам, это и цивилизованное гетто. Вот здесь вот красиво, мы заходим по аллее и все. А чего я здесь родилась, это мой дом, я не могу с любой стороны подойти к этому. Это безопасность наша? Это как бы наша безопасность. К сожалению, надо привыкать к порядку. К какому? К фашистскому? Нет. К бандеровскому? У нас сегодня идет, к сожалению, война с Россией. И война с Россией? Да, все. Дорогой, все, успокойтесь. Остановитесь. Я говорю, рука! Как меня туда не пускают? Я гражданин Украины, меня туда не пускают! Він захотів закурити, йому співробітники поліції показали, де є місце, де кожен громадян може закурити все. Ми бачимо сьогодні дуже емоційний день, і кожен громадянин України на сьогоднішній день може подаватися деяким емоціям. Після обіду на Куликовому полі стало помітно більше людей. О 3-й годині тут пройшов траурний мітинг. У небо випустили чорні повітряні кульки. Також у людей були на футболках зображення тих, кого не стало 2 травня. Окрім цього, зачитали прізвища та історії життя загиблих. А 4 роки назад, в це время, всі вот эти вот люди, которые на баннері, ще були живі. 4 года назад они еще не знали, что пройдет всего несколько часов, и их попросту будут убивать.